сколько нам? Не-не, почему показали? Показали? Да, показали. 27 с копейками. 27 с копейками. Но это невысокая оценка, поэтому они расстроились. Украинская команда. Ростислав Романяк, Андрей Москва, Роман Пицух и Константин Гнатюк. Посмотрим. Вот и сейчас как раз, наверное, будет вот эта пирамида. Нет, это другая. Вот пирамида с двумя верхними. Вы видите, нижний лежит. Сейчас работает средний в качестве верхнего. Вот, ну, конечно, не очень хорошо исполнен элемент у среднего. И одновременно работает верхний. Ну, тут тоже дрожание. Как чувствовали, этот вопрос задали. Так, вот сейчас вдвоем кидают, будут меняться местами партнеры. Ну, высота не очень высокая. Ну, то есть для четверок это маленькая высота. Ну и работа, конечно, тоже не очень сложная. Пирамиды тоже не отличаются высотой. Переходит опять к выполнению темпового элемента. Сложность невысокая пока. Вот я смотрю, зрительно не будет высокой сложности. Не должно быть. Но была у них вот 182. 182 была. Ну, в финале 230 единиц. 10 баллов. Была, я имею в виду, в квалификации. Да, в квалификации это 10 поняли. Баллов. Вот. Ну вот, за счет вот этих пирамид набирает, наверное, то, что вверх не работает. Не просто вот. Нижнему в данной ситуации. Вот, посмотрите. Конечно, видно, руки согнуты. Ошибки. И вот сейчас покажут тоже. Неуверенное исполнение стойки. Вот он, хотя отстоял, но чуть раньше начал искать опору. Тут. Винт. Но такого в чистом виде недостоя все равно не было у украинцев. Нет, в чистом виде нет. Просто искал уже опору. Вот здесь элемент. Конечно. С вращением. Только в горизонтальной, вертикальной площади. Все тренеры у разных команд такие вот седые дядечки. И такое иногда создается впечатление, что один и тот же тренер у всех выходит, у всех команд. Но он, по-моему, и украинок выводил. Этот же тренер, может быть, я ошибаюсь. Не знаю, интересно, на Украине так это сколько сейчас раз. Это Украина была. Да. Ну вот. Да, я и говорю. А там выводит один. Один. Да, да. Интересно, сколько на Украине центров таких акробатических? Где-нибудь один или нет, тоже нет, раскидано тоже, по стране? Тоже есть раскидано, да. Какой есть самый на слуху? В Киеве где-нибудь? Наверное.
Посмотрим. Сейчас у нас, видите, вот они оценки.